Ничто не может спасти человека, кроме благодати Божией, никакие труды и усилия. С ними можно достигать временных целей, но они имеют лишь относительное значение для жизни будущего века. Но если говорить о достижении подлинной цели бытия, именуемой спасением, то есть о полноте жизни в общении с Богом, то ее невозможно достичь никакими средствами, кроме как силой благодати Божией. Об этом сказал в проповеди святейший патриарх Кирилл в минувшее воскресенье за божественной литургией в храме святого Александра Невского в одноименном скиту близ Переделкино. Фрагмент речи святейшего предлагаем вашему вниманию. Через сошествие Святаго Духа на апостолов, которому предшествовали и страдания Спасителя, Его крестная смерть и воскресение, через все то, что Бог во Христе сотворил для рода человеческого, нам дана эта особая божественная сила, особенный дар благодати, который нас только и спасает. И тогда возникает вопрос, но если человек спасается только божественной силой, божественной благодатью, а где сам-то человек? И апостол Павел в том же самом послании к Ефесянам в другом месте говорит: «Благодатью вы все спасены через веру». Вот где мы. Сама по себе благодать не может спасти человека, если мы не воспринимаем эту благодать своей верой. Если мы не замыкаем особую цепь между собой и Богом посредством веры. Поэтому-то, наверное, действительно так много сил работают на то, чтобы отнять у людей веру. А задача церкви заключается в том, чтобы постоянно об этом говорить и напоминать людям, что вера является непременным условием спасения, потому что в ответ на веру мы получаем божественную благодать, которая только и может спасти человека.